Ревизор в Трускавце – это отель «Риксос». Я приїхав за тим, щоб провести повторну перевірку. Три роки тому команда «Ревізора» залишила у «Риксос Прикарпаття» свою срібну відзнаку. «Ревізор» рекомендує «Риксос Прикарпаття» всій Україні. Вас щиро вітаю. Дякую вам. Тепер «Ревізор» повернувся із повторною перевіркою. Посмотрим, останеться ли здесь наша нова табличка. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Абрамов, и я ревизор. Привет. Спасибо. А вас зовут Андрей и Марьяна. Где серебряная табличка ревизора? На время повторной проверки серебряная табличка изымает. Хорошо, сейчас скажу, чтобы ее... Угу. Покажите мне цены на проживание в отеле сейчас. Стандарт Б с двумя односпальными кроватями стоит 1320 для двоих. И самый дорогой номер у вас – апартаменты. Для двоих – 10-290. Ого! Хорошо, я хочу попасть в свой номер. Накануне наш тайный покупатель был здесь и забронировал номер. Сейчас девушка вас проведет. Вы всех гостей так встречаете, провожаете? Стараемся, да. Мама, ревизор! Мама, ревизор! Визиту ревизора радуют даже гости готелю. О, здравствуйте. Спасибо. Видите, как быстро. Марьян. Приятного вам отдыха. Вечера. Спасибо большое. Добро пожаловать. Я остался один в номере. Ну, не совсем один, а с вами. И с вами, Анна. И с вами, Сергей и Андрей. Обреченные руки шеф-редактора. Спасибо большое. Готель має 5 зірок. И зараз мы проверим его за державными стандартами. Погнали. Должны быть телеканалы на иностранных языках. Казах ТВ. Берлим-берли, горлым-гордо. Ну, как-то приблизительно так звучит казахский язык. А ты, по сути, только что назвал фамилию Гурбангулы Бурдымухамедов. Тебе смешно. А ты не знаешь эту старую, эту шутку, что среди ведущих новостей начались самоубийства после того, как на одной неделе проснулся вулкан. Я Фьятла Якудль, и об этом сообщил премьер-министр Казахстана Гурбангулы Бурдымухамедов. Анна Жижа вам только что призналась в любви на всех доступных ей языках. Так, все прекрасно, але він не прем'єр, а президент. И не Казахстану, а Туркменистану. Что еще? Аня, помоги мне. Мини-бар. Чтобы открыть мини-бар, нужно двигать кровать. Что я сейчас и сделаю. Холодильник работает. В нем есть минеральная вода, пиво, сладкая газировка и два батончика. Здесь есть два стакана. Оба стакана чистые. Нет, здесь чисто. Мини-бар есть. А что у нас дали за списком? Письменный стол. Письменный стол, вот он. В столе пусто. И чисто. Здесь были тысячи ноутбуков, десятки телефонов. Кто-то вообще выцарапал крест. Кто-то залишив замість автографа? Вот на нем тоже скол. Та стіл потребує реставрації. Ой, что? Хватит разносить пятизвездочный отель. Я просто стулом не мог развернуться, здесь неудобно. А может, кто-то незграбный? Начнем препарацию постели. Мини-покрывало. Желтый пух. Не мой. Операторы в футболках. Аня, какой-то цвет. Бирюзы. Цвет Тиффани. Тиффани. Мечтаю, мечтаю. Тиффани, сейчас хочешь, чтобы я тебя нашел в кровати, да? На этом покрывале я ничего не вижу. Значит, чисто. Под одеяльник. Полосатый такой, как тигр. Пододеяльник чистый. И вот само одеяло. Это чистое. Под таким одеялом можно спать спокойно и сладко. Подушка раз, подушка два. С искусственным наполнителем, что не вызовет у аллергиков аллергии. Подушка чистейшая. Лови. А пахнет? Пахнет стиранным. Простыня чистая.
глаз, как у орла, но попробуй что-то рассмотреть. Возьми светильник. Хороший, кстати, совет. Ну, пятен здесь никаких нет. Матрас чистый, у него, кстати, золотые ручки. Но этот матрас заслуженно получает... Имя Сонька. Золотая ручка. Это, уважаемые воры, Сонька Золотая Ручка. Такая дама в вашем мужском обществе, я думаю, не помешает. А пыль небольшая есть. Здесь на картине пыли нет. Картины вытирают исправно. А підібрані, здається, не за феншуєм. Красная просится по центру. Итак, дайте я посмотрю. Мне кажется, что стало лучше. А тебе, Сергей? Халат немного меньше, чем я, но то, что меня радует, что он нам не застегивается. А длина рукава пусть вас не смущает. Такой себе японский халат. Белый пояс, кстати. Это был 2XL. Я не вхожу в 2XL. Нет уж, подождите. Ну это же просто оскорбление перед всей страной. Это позор. Смотрите, какого размера свитер. L. И заметьте, свитер свободный. Мне тоже иногда нужен комплимент. Адреса для комплиментов ревизору. Ну, как в той песне. И нюх, как у собаки, и глаз, как у орла. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. Здесь прожженная дырка в ковролине. Які непорядні гості. Мужчина у твоих ног. Это я. Ну, я не удивлена. Какое самомнение? Это очень важно, кстати. Пусть у вас будет такое же. Мужика на колени. Если что, мужики, я не виноват. Я сам попал в рабство. Тоді перевір під кріслом. Я нашел один волос и какое-то волокно. Что у нас там дальше по ДСТУ? Мини-сейф. Если у вас есть драгоценности, то их надо куда-то складывать. Вот он стоит. В нем, к сожалению, ничего нет. Дивно, правда? В таком отеле должно быть вешалок не менее 5 штук на одного человека. Это номер дабл. Считаем. Раз. Вешалка с пальто Анны. Кстати, что здесь? Здесь второй сейф. И открыть его уже будет сложнее. Что там? Ревизийный люк? У нас есть нож у кого-нибудь? Это же мечта юного электрика. Ты тоже пришла посмотреть? А, смотрите на лицо. Тихо. Не надо, не надо. Да. Я понимаю, что ты мальчик и тебе интересно. Что выключают эти рубильники? Хлопчики, такие хлопчики. Это был главный. Свет включился. Можно все так. И включаем все назад. Вообще-то, в принципе, этого в номере не должно быть. И доступа к этому вы не должны иметь. Ну, вообще-то, доступа к этому и не было. Якщо б не ніж нашого інженера. Ну, а нож может быть у кого угодно. Так, я могу тебя попросить вернуть нож, а я вернусь к вешалкам. Считаем вешалки. Аня на пальто. Раз, два, три, четыре. Это были все ее шубы. Пять, шесть. Это были полушубки Анны. Семь, восемь. А должно быть 10. Так что двух вешалок не хватило для твоего заячьего полушубка и беличьей куртки. У меня нет ни того, ни другого. Думаю, нам бы хватило. А теперь пойдем в ванной. Шикарная мойка, кстати. Настоящая мраморная столешница. Такое встретишь нечасто. Что у нас там дальше по ДСТУ? Фен. Каждый раз, когда у меня мокрые руки, ты мне советуешь взять фен? Давай уже же полотенце посчитаем. Руки мокрые. Отличная мысль. 4 полотенца должно быть на каждого гостя. Это двухместный стандарт. Значит, полотенец 8. Показываю. Считаем вместе. Одно полотенце для рук. Второе полотенце для рук. 3, 4, 5, 6. И полотенце для ног 7.
Вот здесь стоит поднос. Я его сейчас заберу себе и покажу. Так, сам. И поехал за ним. Упс. Собираем назад. Мыло. Одно есть. Как неудобно. Мыло второе есть. Все брендированное. Что вы ржете? Что вы ржете? Вам смешно? Что случилось? Что смешного? Что такое? Почему только мне не смешно? Просто вид згори кумедніший. Кондиционер, шампунь. Два. Пены нет. Пены нет. Что делать? Тільки душ. Тільки хардкор. Банный день. Шапочку надел, будь добр, вымойся. Ну что ты сделала? Душ работает. А протекает ли шапочка? Не, голова сухая. Шапочка работает здесь. Хорошо. Умница. Здесь висит цветочек. Надписи, что дезинфицировали. Нет, это просто для красоты, наверное. Унитаз. Крышка чистая, ободок сверху чистый. Ободок внизу тоже чистый. И сам унитаз чистый. Спроверим еще. Пыли я не нашел здесь. Навіть за такими закапелками слідкують. Ну что, санузел чистый. А тепер час спати. Спокойной ночи, дорогие мои. Доброе утро. Ну, мне, кстати, спалось неплохо. Але ревізія на цьому не закінчилася. Перевіримо рум-сервіс. Мене інтересує не обычний рум-сервіс, а то, щоб мені принесли в номер, положений мені завтрак. Устроїмо собі завтрак, аристократ. Ну, раз у 5 зірок, значить, має право. А заразом перевіримо, чи володіє персонал іноземними мовами. Good morning. I just want the breakfast from the open buffet line you have. And I would like to have a bottle of Prosecco, if you have it. Prosecco? Yes. Yes, one bottle. Thank you very much. Bye-bye. Сподіваємось, у ресторані все зрозуміли правильно. А теперь идем посмотрим, что здесь видно из окна. Вот это вид. А вот там как раз встает солнце и начинаются Карпаты. Сніданок аристократа поданий. Ласка. А. Яка несподіванка. Рахунок за сніданок зі шведського столу, який нібито входить у вартість номеру. I was asking to bring me the food, which comes from the open buffet. But when you make your order on the room service, we send you a bill. Але чому ви не попередили і кажете про це лише зараз? Nice day. Yeah, you too. День почався не дуже добре. Мой завтрак. Ананас, шампанское, лосось, толстый круассан и масло, вишневый джем и яичница. И мой счет, который оказался сюрпризом, потому что, когда мне принесли завтрак в номер, выяснилось, что я должен заплатить за все, что находится на этом столе. Здравствуйте, Анна. Это 757 номер. Можно мне пригласить кого-нибудь из руководства? Ждем. Мне есть о чем поговорить. Проходите. Благодарю вас. Утро доброе у вас? Доброе. Да. Надеюсь, что и у вас доброе. Ну, давайте сейчас поговорим так, чисто по-мужски. У меня вот завтрак.
Этот завтрак я заказал к себе в номер. У вас есть шведский стол? Конечно. Ананасы, жареные яйца, лосось, тосты, джем, круассан, кофе есть на раздаче в шведской линии. Я в результате получил вот это. 767 гривен 50 копеек. Мы не набирали продукты со шведской линии. Мы готовили под вас новый заказ абсолютно. Почему об этом мне никто не сказал? Ну, возможно, это наше упущение. Я поговорю об этом. Акцентирую на это внимание, что об этом предупреждали заранее. Чтобы такие ситуации больше не повторялись в нашем отеле. Спасибо, Юрий. Я к вам скоро приду. До скорой встречи. Спасибо. Ну что же, я переночевал в Риксосе Прикарпатье. Я проверил, как работает рум-сервис. И я принял решение. Я провел ревизию в отеле Риксос Прикарпатье в Трускавце. Это была повторная проверка. Экстерьер. Отель находится на окраине города, на собственной красивой территории. Здесь большая парковка, детская площадка и много места для прогулок. Интерьер. Я показал вам стандартный номер. Номер классический, функциональный и удобный. Все было бы правильно отреставрировать часть мебели. Обязательно. Чистота. В номере чисто. Но я ревизор. И я нашел немного пыли на изголовье кровати. Ванная комната безупречно чистая. Цены. Мой номер стоит 1331 гривну. Обслуживание. Я заказал завтрак в номер и четко попросил принести мне блюдо из шведской линии. Блюдо мне принесли, но вместе с ними счет на 767 гривен 50 копеек. Вадим, такая сумма счета продиктована тем, что вы заказали вино. Я знаю. Сам завтрак обошелся 127,50. Вы обязаны были предупредить меня об этом. Абсолютно правы. Это наша недоработка, которую мы в ближайший, вот сегодняшний день, мы это все устраним. Такое больше не повторится. А в общем, обслуживание в отеле Риксос Прикарпатье соответствует требованиям к отелям с 5 звездами. Персонал разговаривает на иностранных языках. Есть рум-сервис, и гостей здесь встречают и провожают до своего номера. Я у вас жил. У вас комфортно. Но вам есть над чем работать. А сервис надо улучшать. Можно мне передать серебряную табличку? Это по праву ваше. Спасибо. А вот это... И это тоже ревизор рекомендует Риксос Прикарпатье. Я поздравляю вас. Спасибо. Поздравляю вас.